На часах 11.05 начинается программа «Дневной разворот». Приветствует вас ведущий передачи Николай Голиков и Владимир Сметанин. Без культпохода, естественно, сегодня не обойдется. После 12.05 мы с вами отправимся в зоологический музей. Да, необычное путешествие нас ждет сегодня. К нам придет... Ну, тоже культпоход, да. К нам придет руководитель этого заведения. Будем ждать его после полудня. Естественно, будем задавать вам вопросы. Вы будете на них отвечать, позвонив по номеру телефона 211-101. И в случае правильного ответа будете получать книги, билеты, пригласительные и так далее. В общем, увлекательное и весьма любопытное действие ожидает вас. Ну а в дневном развороте мы затронем тему тоже такую праздничную. Лето продолжается, погода радует. Только начинается еще, слушай. Начинается, да. Потому что за окном как-то даже непривычно. То мероприятие, о котором мы сегодня будем говорить, я надеюсь, вот внесет в этот вклад, да, в хорошее настроение, в ощущение настоящего лета. Представляем нашего гостя Олег Уваров, президент Ассоциации наследия, директор компании «Метелица Тур», участник экспедиции «Хедмастер». Еще можно продолжать представлять, но сейчас во всем разберемся. Олег, добрый день. Добрый день. Олег Николаевич у нас не первый раз в студии, а наше знакомство началось после 2014 года, когда несколько горячих голов, в том числе Олег. Да, все верно. Трое горячих голов отправились в кругосветное путешествие, в экспедицию под названием «Хедмастер». И привезли к нам, а именно в Вятские поляны, массу головных уборов. Целый музей практически. Да, точнее, 123 головных убора, которые легли в основу экспозиции и положили начало музею головных уборов народов мира. Музей головных уборов народов мира находится, еще раз напоминаем, в Вятских полянах. В прошлом году состоялся фестиваль «Шляп», межрегиональный фестиваль, да. «Шляп». А в этом году... Он будет уже международный. Да? Международный. То есть первый опять, но уже международный. Да, в этом году... Вот такой стремительный рост. Давайте мы сейчас вот с фестиваля начнем, а затем поговорим уже о тех поездках, которые вы совершили в последнее время, и тоже, собственно, с целью пополнения коллекции в том числе, да? Да, с удовольствием. Давайте расскажу про фестиваль. Спасибо за интерес к этому необычному, на мой взгляд, событийному мероприятию. Он у нас действительно проходит уже второй год в Вятских полянах, и в этом году под флагом международного фестиваля, потому что совершенно случайно, будучи в октябре 2016 года в Гомеле, в Беларуси, я познакомился с удивительной дамой, это Ирина Гончарова, художник по костюмам Петросян Шоу из Москвы. И в Гомеле. Мы встретились на ток-шоу в Гомеле. Она как раз приехала на выставку «Все дело в шляпке», посмотреть, как организуют шляпные мастера Белоруссии свои выставки и показы. И вот на таком мероприятии мы с ней познакомились. И она стала в этом году крестной мамой нашего фестиваля и очень много интересного внесла. В первую очередь нужно сказать, что фестиваль стал двухдневный, то есть он состоит из нескольких событий. В первую очередь это 5 августа. 5-6 августа, да, это следующие выходные. Августа, следующие выходные. И мы разделили этот фестиваль на две части. В первой части фестиваля работают в основном мастера, то есть профессиональные модистки, профессиональные мастера из разных регионов России, не только России. То есть к нам приезжают участники из Латвии, приезжают члены жюри из Белоруссии, из Украины. И могу сказать, вот что поэтому он международный. Да, поэтому он международный. Ну и наша гордость, к нам приезжает директор Рижской киностудии, которая будет судить наших участников в течение двух дней. Это вот первый день, дней. Да? И в первый день во второй, да? Профессионалов, и во второй день любителей. Вот, и, подождите, уточним, изготавливаться шляпы будут, да, головные уборы, прямо вот здесь, на месте? Головные уборы, я могу сказать, что изготавливаются уже давно мастерами. У нас заявлено 23 мастера из разных уголков России. Они готовят уникальные коллекции. Это не просто головной убор, это целый ансамбль, комплекс одежды. И они делают по 5-7 люков, то есть по 5-7 комплектов, которые будут проходить. Так, люк — это что люк вообще за слово такое? Ну, это профессиональный вот какой-то термин, да, такой интересный. То, что мастера будут показывать на сцене, это образ, то есть головной убор и костюм, комплекс. Мы называем люк. Так вот, таких люков будет от 5 до 7 у каждого у мастера. У каждого мастера, у каждого больше 20. Мастера, их больше 20 мастеров. Это именно профессиональные мастера? Да, это профессиональные мастера. Это все пройдет в закрытом формате 5 августа в Дворце культуры «Победа». Билеты сегодня продаются. А, ну то есть по билетам, то есть не на улице, да, по билетам. В помещении по билетам. По билетам. Понятно. После этого мероприятия мы определим лучших из лучших, которых будем чествовать. После этого будет большая шляпная дискотека, которая так и называется «Все тело в шляпе». «Все тело в шляпе». «Все тело в шляпе». Подождите, не торопитесь. Вот мы прочитали, что приедут, участвовать будут, собственно, соревноваться. Москва, Подмосковье, Пермь, Тюмень, Ростов-на-Дону, Великий Устюг, Киров. Все верно? Все верно. Угу.
Как они вообще, как вы их приглашали, как выходили на них? Мы работали с разных сторон, заходили на них и через Москву. Очень большую работу провела Ирина Гончарова. То есть это ее по своим связям, по своим каналам. Но я думаю, что и мы достаточно много сделали. То есть мы очень активно позиционируем этот фестиваль не только в России, но и за ее пределами. Мы были на выставках МИД в Москве, на Интурмаркете. Нам удалось даже пригласить Виталия Мутко на наш фестиваль. Вот. Когда приезжала на эту выставку вместе с нами девица Метелица, она сфотографировалась. Фотография-то обошла. Говорится, весь интернет, а он приедет? Я не могу этого сказать. То есть подтверждения пока нет, да? Да, подтверждения нет, но приглашение было. Ну, в принципе, 5 августа сюда приедет президент, может, Мутко как-то заглянет вместе с ним. В свете будем, да? Да. Интерес к мероприятию достаточно высокий, и к 5 августа, и к 6 августа, когда будут опен-эйры, то есть будут открытые площадки, очень много мероприятий, 6 числа нас ждет. И все эти мероприятия будут ориентированы на простых посетителей и людей, которые захотят поучаствовать в любительском конкурсе «Шляп». Сегодня тоже идет уже подготовка. Я знаю, что более 100 участников 5 числа заявятся на любительский конкурс. И уникальность данного фестиваля еще заключается в том, что у нас по городу Вятские Поляны 6 августа пройдет огромное театрализованное карнавальное шествие. Карнавальная процессия по улицам города. Вот да, поэтому и написано. Очередной фестиваль «Шляп» у нас называется «Карнавал цвета». Это не будет, конечно, бразильский карнавал, но это будет Вятско-Полянский карнавал по-бразильски. То есть это вот как бы общее название вот этого праздника «Карнавал цвета», да? Да. «Карнавал цвета». Тема этого года фестиваля «Шляп» — «Карнавал цвета». А вот заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, известная актриса театра и кино, а ее в чем роль будет заключаться? Постарались сделать так, чтобы хедлайнеры приехали на наше мероприятие. И в течение 2 дней Ольга Прокофьева будет вести мероприятие и в Дворце культуры, и на открытых площадках. Она будет проводить непосредственно сами конкурсы. Ну и работать в интерактиве с теми, кто придет на наше мероприятие. Приедут и «Кривое зеркало» участники, 4 участника «Кривого зеркала», юмористы. Они дадут интересную юмористическую программу, которая рассчитана на 2 часа. Приедет достаточно известная в нашем регионе группа «Хитобои» из Татарстана, кавер-группа. Вот. Ну и много других сюрпризов посетителей фестиваля ждет в этом году. В общем, такое мероприятие это с размахом, ну, для города столичного, да, даже неплохо бы даже. Ну, Вятские Поляны, в общем, не маленький городок, так сказать. Это 32 тысячи населения. Это большой, красивый город. Но я обычно всегда шучу, когда мы начинаем говорить про Вятские Поляны, что у нас пригороды очень хорошие. У нас пригород Казань, у нас пригород Набережные Челны. Поэтому удачное местоположение Вятские Поляны в свое время выбрали, нашли. Гости в этом году ожидаются, собственно, да, из соседних регионов. В этом году ожидаем значительно больше гостей, чем в прошлом году. Первый фестиваль, он был такой пристрелочный. Многие про него не знали, многие ему не верили. Но сегодня... Мы говорили о нем в прошлом году. Да, сегодня очень многие звонят, спрашивают. Я знаю, что туроператоры Татарстана и Кировской области сегодня формируют даже группы туристов, которые поедут на 6 число на открытое мероприятие. Вятские Поляны для того, чтобы поучаствовать, как-то прикоснуться к этому мероприятию. Олег, я вообще слышал, что сейчас у вас в гостиницах-то места уже нет. Да, пользуясь случаем, могу сказать, что если кто-то планирует на 5-6 индивидуальный тур в Вятские Поляны, берите то позаботиться, да, берите палатки с собой, да, о жилье, то есть или шляпу такую, палатки. Чтобы ищите все, знакомых, да? друзей, знакомых, родственников для того, чтобы разместили на выходные. Природа в Вятских Полянах очень интересная. Я действительно, если не будет серьезных дождей, рекомендую взять с собой палатку и на берегу Вятки разместиться очень в комфортных условиях. Давайте еще поподробнее поговорим о состязании профессиональных изготовителей головных уборов. Ну, этих создателей образов, награждение будет лучших из лучших. Да, у нас, что будете дарить? Во-первых, у нас это будет гранд-дефиле, то есть мы поставили большой, огромный подиум. У нас 7 членов жюри, международное в этом году. То есть году. Дефиле — это люди уже в этих вот костюмах будут, в этих комплектах, луках, как вы говорите, будут ходить. Они уже, будут, да? ходить по сцене. Причем по в анонсе сказано, что это будут не профессиональные модели, а это будут рядовые жители Вятских Полян. Да, в этом тоже одна из изюминок фестиваля, в том, что в этом конкурсе, в этом гранд-показе участие будут принимать любые желающие, которые заявились в свое время на этот конкурс. Непрофессиональные модели, непрофессиональные участники подиума,
просто люди, которые живут в городе и окрестностях Вятских полян. Это могут быть и дети, и взрослые. Это будут и дети, и взрослые, и мужчины. Ну, и получается так, что мастера начали все равно заранее договариваться, там же есть. Да, работа ведется уже более 4 месяцев. Да? Да, то есть мы активную подготовку к этому мероприятию ведем. Задействованы разные коллективы города. Но если говорить про призовой фонд, у нас действительно 4 призовых номинации, то есть первое, второе, третье место. Главный приз — это 50 тысяч рублей получает главный победитель. А что это значит в его профессиональной карьере? Вот это участие, победа? Я думаю, что... Ну, плюс какой-то в резюме. Да, однозначно. То есть мы достаточно серьезные и солидные дипломы будем вручать за подписью именитых членов жюри, представляющих и Беларусь, и Украину, и Латвию, как я уже говорил. Ну и, конечно, призовой фонд для мастера, который живет в каком-то, может быть, провинциальном городе, занимается изготовлением головных уборов, шляп, тоже сумма достаточно приличная. А работать они, материал, они сами находят его, сами покупают, или вы предоставляете организаторам? Нет, материал мастера находят самостоятельно. И нужно сказать, что в России, в принципе, с материалом достаточно серьезная проблема. То есть я знаю, что многие мастера материал для своих шляпок заказывают из-за рубежа, из Чехии, из Франции. И на самом деле даже у нас школы модисток профессиональных в России сегодня не существует. То есть мастера имеют возможность крайне редко встречаться друг с другом, меняться опытом. И одна из целей фестиваля — это создать деловую площадку для тех мастеров, которые будут к нам каждый год приезжать, меняться опытом, проводить мастер-классы, делать мастер-шоу, находить какие-то новые возможности для своего профессионального развития. А вот те образцы, которые они сделают, они ваш музей пополнят потом? Да, по условиям конкурса, по положению фестиваля, победители оставляют свой головной убор в нашем музее. То есть можно будет посмотреть и потом, если мало ли кто-то не попал на собрание. Посмотреть, да? Прикоснуться, изучить. А сколько сейчас уже в музее головных уборов? На сегодняшний момент более 600 экспонатов различной тематики. Это исторические, аутентичные, и фэнтези, и там, профессиональные головные уборы. Ну, соответственно, после праздника до 1000, наверное, цифра поднимется. Где-то места хватает? Места не хватает. Не хватает уже. Сегодня мы уже задумались о расширении. И совсем недавно приобрели соседние площади, примыкающие к музею. Начинаем заниматься расширением музея. Да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Напомним, что у нас в студии Олег Уваров, президент Ассоциации наследия, директор компании «Метелицитор», участник экспедиции «Хэтмастер». Мы говорим о международном фестивале «Шляп», первом международном фестивале. Фестиваль «Шляп», который пройдет в Вятских полянах в следующие выходные, 5 и 6 августа. Продолжим через полминуты. Продолжаем нашу беседу. Продолжается дневной разворот. Что-то наш редактор, он лучше нас что-то нам подсказала. Можно написать, Аня, если ты нас слышишь. У нас же есть связь. Пиши, пожалуйста. Олег Уваров у нас в студии. Продолжаем разговор. Определились с призовым фондом. А любителей тоже будете награждать? Вот. Да, будем награждать там, любителей. Там поскромнее подарки. Подарки немного поскромнее, но они не менее ценны. И, наверное, главный подарок для победителей в конкурсе любителей — это то, что мы, будучи во Франции, согласовали отправку. Об этом мы чуть позже поговорим. Да, вот, да, вы просто здесь во Францию, как раз, да? Связано это с победой наших участников. То есть головные уборы, которые займут призовые места в конкурсе любителей, они поедут во Францию участвовать в фестивале, в французском фестивале «Шляп». Вместе с мастерами поедут? Поедут отдельно, но если мастера захотят поучаствовать в этом мероприятии, мы этому, конечно, поспособствуем. Так достигнуты эти договоренности во Франции. И история с да у них, пожалуй, уборами. Приступ посерьезнее, чем у профессионалов. Да, вот я говорю, как на это посмотреть. Ну, да. Поездка, соответственно, оплачиваться вами будет? Оплачиваться будет отправка головного убора, размещение его на фестивале «Шляп» во Франции и участие. А что касается поездки победителей, ну, это будем мы уже индивидуально обсуждать и находить какое-то решение. Вы столько всего рассказали, столько гостей, столько идей. Насколько дорого это мероприятие, которое вы устраиваете? Да, мероприятие дороже, чем в прошлом году. Но оно и масштабнее. Конечную цифру я, наверное, сегодня вам не назову, потому что бюджет еще до сих пор кроится, происходят какие-то изменения, дополнения. Вот мы пытаемся найти какие-то способы монетизации в отдельных случаях этого проекта, но все-таки это некоммерческое мероприятие, оно, конечно, не окупается. То есть это все-таки событие, которое ориентировано на привлечение внимания к городу Вятские Поляны с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма на нашей территории. А девица-метелица, вот эта красавица, которая тоже была в нашей студии, она какую роль будет тут играть в рамках праздника?
Она ну, будет... то есть она появится? Да, конечно. Mm-hmm. Она, у нее есть своя резиденция в музее. Есть, она да, будет в течение знаю. Двух дней принимать гостей. Будут интерактивные программы. Она пригласила к себе в гости 39-е царство из Татарстана. Это очень интересные сказочные герои. И я думаю, что и Кикимору Вятскую она тоже, наверное, пригласила, но мне пока эту информацию не довела, поэтому не могу Но вы поделиться. Сказали, что праздник полон сюрпризов. Для вас тоже будут сюрпризы? Да, для меня тоже будут, наверное, сюрпризы, надеюсь, приятные. Вот. Ну и, конечно, у нее будут мастеровые на набережной. Это более 30 мастер-классов для детей, где можно будет и помастерить шляпы, и сделать куклы своими, куклы-обереги своими руками, и полепить из пластилина, и порисовать. То есть девица-метелица принимает активно участие в этом мероприятии. Ну, начало программы вы сказали, что и официальные лица приглашены. Да. Чиновники, кого, расскажите, вы пригласили? Мы пригласили торгово-промышленную палату Николая Михайловича Липатникова. Президента непосредственно. Президента торгово-промышленной палаты. Пригласили губернатора. Игорь Владимирович был 3 недели назад на Сабантуе. Да, на Сабантуе. Он нашел возможность посетить наш музей. Мне кажется, остался доволен посещением нашего музея. И я надеюсь, что он тоже сможет найти возможность посетить наш фестиваль как яркое событийное мероприятие лета 2017 года. Mm-hmm. Ну и тоже до начала передачи мы тут так пофантазировали, может, и президент заглянет. Ну да. Ожидается же приезд Владимира Владимировича. Почему бы нет? Тем да. более, что президент у нас, собственно, способен на такие поступки изменить, там официальный маршрут ему ничего не стоит. Да, было бы очень интересно. Это было самое здорово. Да? Вятские Поляны – гостеприимный город. Кто был в Вятских Полянах, об этом уже знают. Поэтому приглашаем всех, в том числе и президента. И с удовольствием его примем радушно, гостеприимно. Музей шляп, напомню, в Вятских Полянах находится на Ленина 31. Все верно. Ленина 31. Насколько сейчас посещаем? Он. Это историческая часть города, и особенно в летний период, когда к нам приезжают гости и туристы, в город родственники, очень активно посещают музей, в том числе иностранцы. То есть я вот каждый день просматриваю по возможности книгу отзывов и вижу, что на иностранном языке добавляются отзывы. Это приятно. Понятно, что пишут? Переводим. У нас есть ребята, которые, друзья, способны переводить. Нет, отзывы в основной массе очень положительные. Люди возвращаются вновь и вновь, ведут за руку своих родственников. Это, конечно, говорит о том, что мы, наверное, попали в точку, сделали хороший продукт туристический для посетителей. Может быть, кто-то просит продать экспонат. Там, любые деньги даю, вот прям влюбился в главный город. Рациональных предложений очень много. Была буквально недавно ситуация, когда 3-летний мальчик хотел с собой забрать ушанку, которую мы привезли китайскую из Китая. Угу. Вот, минут 30, наверное, была истерика. Ни мама, ни бабушка не могли его успокоить. Вот даже ценители 3-летние существуют у нас в музее, которые хотят вынести экспонаты. Ну, в общем, эта истерика-то закончилась благополучно. Да, благополучно. Мальчик без шляпа уцелела. Шляпа, шапка, ушанка на месте. Я думаю, что мальчик будет возвращаться к нам еще не раз в гости в музей. Чем она его так привлекла? Не знаю, возможно, звездой красной, звезда, которая, да, как армия. То есть такая вот эта вот ушанка-то вот из плакатов китайских, да, времен, да, годов. Классическая, да, вот китайская, да, да, ушанка военная. А история ее появления? Расскажите. Мы были как раз в кругосветной экспедиции. Вот тогда, в 2014 году. И будучи в Пекине, мы смогли найти несколько экспонатов, интересных для музея, среди которых была и вот эта ушанка. Угу. Ну, давайте теперь о ваших последних поездках, потом еще в конце нашей беседы напомним про фестиваль. Вы недавно вернулись из Франции, во-первых, да? Да. Цель, собственно, поездки? Цель поездки была посетить, познакомиться с фестивалем Шапо, который проходит в городе Кассат. Это юг Пиренеи, Франции. Что это за мероприятие? Это фестиваль шляп, где со всего мира, да, 25 лет. То есть это был юбилейный фестиваль 25-летний. Модистки, мастера головных уборов собираются практически из разных уголков планеты. Кстати, мы все говорим модистки, а модисты есть? Модисты тоже есть. Мужчины. Да, мужчины. В одной из номинаций, как раз во Франции, на фестивале шляп, первое место в номинации «Стар» занял японец, который 25 лет уже на этот фестиваль приезжает. У него своя школа, и он делает уникальные головные уборы, которые, как правило, на этом фестивале всегда получают призовые места. Фестиваль богатейшей традиции, культуры, и мы очень много для себя смогли ценного почерпнуть. Нас представили на этом фестивале как представители от Российской Федерации, потому что мы ездили по приглашению Натальи Борисовой, это еще одна фамилия в сегодняшней нашей истории. Mm-hmm. Это известная модистка московская, она является представителем фестиваля Шапо Франции в России. Uh-huh.
И вот нам удалось с ней тоже познакомиться. Мы сдружились на теме головных уборов. И совместно с ней мы ездили на этот фестиваль. И были представлены, как говорится, к двору. То есть мы познакомились с президентом ассоциации шляпников Франции. Мы познакомились... Что, даже есть такая организация? Да, есть такая организация. А в России есть? В России наша организация, мы как раз занимаемся сохранением культурного наследия через такой артефакт, как головной убор. Но есть, конечно, и другие ассоциации, но это именитая ассоциация, она существует очень давно, и мы имели возможность с президентом познакомиться. Познакомились с мэром Касада, очень близки по духу наши города. То есть Касад — это город. Касад большой ли город? Нет, небольшой город, меньше 10 тысяч человек. Это такая провинция французская, да? Да, это французская провинция. У вас это был бы пригород. У нас был бы это пригород. Так вот, в продолжении темы, да, мы не просто смогли познакомиться, но и на будущий год имеем большие планы привести в коллекцию головных уборов из нашего музея на фестиваль Шапо в Касад во Францию. То есть у нас это история поездки с продолжением. Угу. То есть вы вдвоем вот ездили, да, от России? Мы ездили вшестером. А, вшестером. Да, мы ездили из Вятских Полян в составе 4 человек, и 2 человека были из Москвы. То есть Россию мы представляли вшестером. И нужно сказать, что в одной из номинаций, номинации «Стар», Наталья Борисова в очередной раз заняла призовое место, получила шикарный приз, диплом, что заслуженный. За приз? Там вручают денежные призы в размере от 150 до 1000 евро. Ну, неплохо, в общем-то. В принципе, у вас-то да, все сопоставимо. По сравнению с этим хваленым, уже таким известным фестивалем, у вас ничуть не хуже. Да, когда мы общались с президентом этой ассоциации в Касаде, и он слушал о том, что мы сделали в прошлом году в Вятских Полянах, он говорил: копи, копи, копи. И мы говорили: нет, это не копия. Мы не знали про ваш фестиваль. Мы узнали об этом фестивале совсем недавно, приехали посмотреть. Но все наши задумки, реализованные идеи в рамках нашего фестиваля «Шляп», они были придуманы нами на Вятской земле. И ни в коем случае никакой опыт французских фестивалей мы не использовали. В отличие от этого года и будущих, я думаю, что мы, наверное, какие-то интересные идеи все-таки почерпнули и сможем их тоже реализовать. Они хотели уличить вас в плагиате, что-то поиметь, наверное. Ну, так, копирование не совсем плагиат. А там у них это вот тоже проходит как такой массовый праздник городской. Да? Или это, да, вот такое специфическое закрытое мероприятие? Это городской праздник, но он проходит более камерно. У них нет задачи собрать огромное количество посетителей. То есть там собираются люди по интересам. То есть это более профессиональная такая, да, вещь, да? Да, чем, это, вот, чем в Вятских Полянах. Да, элита, шляпная элита, я бы так сказал. То есть модистки, мастера, профессионалы. То есть даже был Пьер Карден, Филипп Трейси, это известные модисты, модист вообще в мире именитый. Вот он уделил внимание вот этому шляпному фестивалю во Франции. А этот фестиваль можно назвать главным в мире? Или есть нечто подобное, что в других странах проходит? В некоторых... Просто хочется понять важность и вообще масштабность. Я думаю, да, что это очень масштабное мероприятие. Даже, ну, если посмотреть на то, что 25 лет, собираются участники с разных стран, разных регионов планеты. Одно, наверное, из самых масштабных мероприятий, одно еще мероприятие проходит в Лондоне, тоже привлекает большое внимание профессионального сообщества. Но здесь нам понравилось, уютно. Французы похожи на русских, то есть с ними стоит поближе познакомиться. Как говорят иначе. Да. Язык как-то немножко коверкует наш язык, да? Но мы смогли найти общий язык. Мы были 10 дней во Франции, смотрели окрестности, изучали сам фестиваль. Ну и надеемся, что эта история с продолжением. Погода-то хоть какая во Франции сейчас? То же самое, что в России. Да ладно? Да. Тоже дожди? Дожди через день. День была солнечная погода, теплая. В общем-то, за 10 дней вот один раз мы смогли покупаться в воде, при этом не самой теплой. Все остальное время мы ходили либо в легкой одежде, либо в куртках. Еще визиты будут туда? Визиты... Или вы все уже поняли, все изучили? Я думаю, это, что это история с продолжением. Ежегодно на фестиваль мы будем приезжать. То есть мы будем привозить и головные уборы наших победителей для участия в фестивале «Шапо» во Франции. И будем представлять наш музей на их площадках. Об этом уже достигнуты договоренности. И нас на будущий год в Касаде ждут вновь. У нас есть еще о чем поговорить с Олегом Уваровым. Вот сейчас нам нужно сделать небольшую паузу, реклама. Скоро продолжим.
Наш гость Олег Уворов, президент Ассоциации наследия, директор компании «Метелица Тур», участник экспедиции «Хедмастер». Если вы сейчас только вот подключились к нашему разговору, то мы вас информируем о том, что большой праздник будет в следующие выходные, 5 и 6 августа, в Вятских Полянах. Называется это первый международный фестиваль «Шляп». Так. Карнавал цвета. Карнавал цвета, карнавал, да, цвета, вот, забыл, да, в кавычках, да, еще. Ну а мы продолжаем нашу беседу. Олег вместе с коллегами продолжает путешествовать по миру, собирать, собственно, экспонаты для коллекции музея «Шляп» в Вятских Полянах. И не так давно вы были на Кавказе. Давайте об этом еще поговорим. Где именно были, сколько привезли шляп оттуда, с кем общались. Были на Кавказе. Это очередная экспедиция в рамках проекта «На автомобиле», опять-таки. Да, брендированном автомобиле Toyota Hilux. И первое, что мне запомнилось по итогам этой экспедиции, мы в средствах массовой информации прослыли как безумные шляпники. И сегодня нас... Это наши кировские средства массовой информации. И кировские. Да, это вообще шло в интернете, да. Да, в интернете как безумных шляпников. Так вот уже сложилось, что мы стали безумными шляпниками. Ну, то есть, ну, буквально... вписались в мировую художественную культуру все-таки. Да, и в анекдоты. Да. Вчера я в интернете прочитал про нас еще анекдот. Какой? Рассказать, да? Можно, если можно. Если он цензурный. Да, приходит дед в музей шляп, меряет головные уборы 10 минут, 15, 20, 30 минут. Тут к нему выходит Олег Уваров и говорит: дед, может тебе папаху дать? Дед. Отказался от папахи и убежал. Ясно. Итак, Кавказ. Мы читаем: Грузия, Чечня, Азербайджан, Дагестан, Северная Осетия. Да, все верно? Да, все верно. Мы посетили в рамках этой экспедиции 5 республик Северного Кавказа. И такие необычные... Без предупреждения поехали туда. Кого-то предупредили. Где-то нас ждали. Например, в Чечне нас очень гостеприимно встретил Центр туризма Чеченской Республики, Комитет по туризму. У нас, конечно, было Грозный, главное... Да, Грозный. Сам Грозный. У нас, конечно, была одна из целей — встретиться с Рамзаном Кадыровым. Мы анонсировали эту историю, но встреча не состоялась, не получилась. Но встретились с не менее интересными людьми в Грозном в рамках этой экспедиции. Также мы посетили Грузию, Армению и Азербайджан. То есть неоднозначное мнение. Выезжали из Вятских Полян? Да, мы выехали из Вятских Полян. Проехали мы Россию, Калмыкию, Северный Кавказ и въехали в Грузию. При этом нужно сказать, что грузинскую границу на нашем автомобиле мы проходили 5 минут. Это много-мало. Это очень мало. Это очень мало по любому. Да, это очень мало. Самый длительный переход у нас пограничный был 12 часов. А, вы рассказывали, да, это где-то, да, на востоке у вас была история такая. Да, вот такие вот были у нас истории, а здесь 5 минут. То есть мы были поражены гостеприимству грузин, которые нас встретили, начиная от таможенников, заканчивая простыми людьми. Вот, и хочется вернуться, конечно, в Грузию вновь. После Грузии мы через горный перевал чудесным образом оказались в Армении, посетили далеко не туристические маршруты, изучили после этого Ереван, собрали достаточно хорошую коллекцию головных уборов и грузинских, и армянских. После этого переместились в Азербайджан. Но вернулись перед этим обратно в Грузию, потому что сообщения прямого между Арменией и Азербайджаном на сегодня не существует. Ну, в связи с известными отношениями, Карабах, да, этих стран. Да. Сложности возникают. Посетили черный город, как его в свое время называл Аконин, Баку. И после этого вернулись уже в Дагестан. После этого посетили Чеченскую республику. И вновь через Калмыкию вернулись в Вятские Поляны. Как Баку. Сегодня у нас просто будет программа «Союз нерешимый», где мы будем как раз таки о Азербайджане говорить. Если говорить о моем личном мнении, то город контрастов. Небоскребы на фоне качалок, вышек нефтяных, которые стоят прямо в центре города. Это всегда было символом Баку, вот эти вот вышки, да. Что, берег Каспийского моря, собственно. Да, 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 да. Люди интересные, гостеприимные. Когда мы были, как раз шла подготовка к одному из очередных этапов формулы Гран-при. Формула-1. Как раз застраивали вот эту вот площадку, основную трассу готовили. Необычно, много мы интересных там ощущений испытали. Нашли головные уборы, если возвращаться к основной нашей, да, теме. Да. Ну что значит нашли? Они же не валялись ведь под ногами. Не валялись. Как вы их доставали? В 43-й регион, когда мы вернулись уже после экспедиции, посчитали все экспонаты, оказалось их ровно 43.
43 региона. Это вот полностью 43. С Кавказа, да? Да. С этой экспедиции. Вот, с этой очередной кавказской экспедиции привезли 43 региона. 43, конечно, головных убора. 43 головных убора. Папаха — это основной головной убор. Та самая, которая в анекдот вошла. Которая вошла в анекдот. В Чечне нам подарили 4 головных убора, в том числе из них было 2 папахи. Серьезные, хорошие. А кто подарил? Подарил руководитель комитета туризма по Чеченской Республике, нас официально встречали, и подарил Центр туризма Чеченской Республики в городе Грозный. Внимание было к нашим персонам очень высокое, то есть средства массовой информации в течение дня, пока мы ходили с экскурсией по Грозному, с нами ходили, сопровождали, делали сюжеты, было несколько местных каналов и был канал «Россия». Вот. И, конечно, для них, видимо, такое событие большое. Приехали нас из Вятских полян. Гостей, да, безумные шляпники приехали, это уже событие. Безумные шляпники. А эти папахи, это вот какое-то стандартное изделие, или они какие-то вот такие, такую историческую такую подоплеку, легенду какую-то имеют каждое это изделие, которое вы привезли? Мы привезли все-таки, если говорить про Грозный, это стилизованные головные уборы. Значит, одна папаха... То есть это как бы современное производство? Да, это современное производство, но до сих пор традиции на Кавказе соблюдаются, сохранены. И если говорить про папаху, то они имеют разную форму. Одну папаху может носить молодой человек, другую папаху можем носить мы с вами. И почтенный старец да, носит совершенно другую форму, другого цвета, другую форму папаху. То есть это, конечно, еще головной убор — это не просто атрибут, это статус. То есть он всегда и особенно на Кавказе подчеркивал статус его обладателя. Если ты срываешь папаху с головы собеседника, бросаешь ее на стол, то ты автоматически бросаешь вызов всему роду того человека, с кого ты сбросил папаху. Поэтому вплоть до кровавой мести доходило, если ты срывал... На Кавказе очень много таких нюансов. Этот регион славен такими историями, да. Незамужнюю девушку потрогал, все. А в Азербайджане, возвращаясь к головным уборам, там были головные уборы, которые носили ребята, которые держали тот или иной в свое время регион Баку в начале 20 века. Держали... В каком смысле? Ну, в смысле держали, то есть... Местный авторитет, что ли? Местный авторитет, да. То есть у одних, значит, была... круглая такая вот кепка, у других больше похожа на аэропорт. На аэропорт Мимино. Это знаменитые вот эти. Когда раньше изображали кавказцев, то обычно вот рисовали вот этот аэропорт. Вот уникальный экспонат мы тоже смогли привезти из Кавказа, побывать как раз в том месте, где снимали фильм «Мимино», побывали вот на этом маленьком аэропорте, это было в Грузии, и привезли экспонат. Но вот возвращаясь к Баку, то есть головной убор как раз служил отличительным элементом свой-чужой той или иной группировки. Да, свой или то есть там не спрашивали, с какого района, там по шапке было видно. По шапке было видно, ты свой или чужой. Таких историй было достаточно много. Мы их привезли, разместили аккуратно в историю нашего музея, и все эти экспонаты сегодня представлены в экспозиции. А вот это вот сопровождение, вот какая шапочка, что значит? У вас тоже это в музее все есть, да? Да, у нас сегодня есть большая экскурсия. Вот как раз вот эти экскурсии проводит Альберт, который является бессменным участником экспедиции. Да, Альберт Хлюпин. И он уже, будучи непосредственно сам в экспедициях, в деталях рассказывает посетителям не только про экспонаты, но и про те истории, которые с ними связаны. А все дарили на Кавказе или что-то пришлось покупать? И дарили, и покупать. И покупали. Но с точки зрения гостеприимства, это уникальный регион, я для себя сделал 3 вывода, что на Кавказе уважают людей в возрасте, женщин и гостей. Вот это 3 таких вот истины, которые я для себя усвоил и для образца очень как бы для себя взял и стараюсь таким традициям тоже сегодня следовать. Барьеры, возможно, какие-то в общении или нет? Все по-русски, все хорошо? Какие-то забавные ситуации какие-то возникали? Все по-русски. Забавные ситуации возникали постоянно. Например, одна из забавных ситуаций, когда мы из Грузии в Армению пытались попасть, навигатор нам проложил самый кратчайший путь, и мы поехали через горный перевал, через лавину, которую недавно совсем прочистили, она сошла, ее прочистили. Но когда мы шли 300 километров 14 часов по времени и пришли, уже спустились с гор, попали на грузино-армянскую таможню, нам таможня говорит: вы откуда? Вы вот так вот прошли? Мы говорим: нет, мы вот оттуда прошли. Он говорит: мама Джан, такого быть не может. Там никто не ездит, то есть там дорог нет. Поэтому, вот конечно, верь после этого навигаторам. 300 километров за 14 часов. Да, 300 километров за 14 часов. Испытание, конечно. Здесь, по-моему, самое главное, чтобы все-таки прошли. Да.
Да, мы прошли, приехали в Гюмри, разместились, но это было одно из самых тяжелых испытаний кавказской экспедиции. Посмотреть на производство, на изготовление головных уборов удалось непосредственно? Да, где-то нам удалось. Мастерские. Мы были в небольших мастерских, познакомились в Грузии с настоящей мастерицей, которая занимается реконструкцией головных уборов и костюмов 18-19 веков. И мы смогли у нее приобрести целый комплект. То есть у нас есть сегодня папаха, у нас сегодня есть костюм горца грузинский. Вот, и он сегодня уже... Мужской костюм. Мужской костюм, да. Да, и он сегодня кинжалом, уже представлен. Да, с кинжалом. С кинжалом. Черкеска. Черкеска, да. То есть это с этими вот штучками, да? Да, с патронтажом. То есть, ну, да. Да, патроны, да. Пороховницы. Вот, все это сегодня уже в музее представлено, можно посмотреть. Вот в связи с пополнением коллекции пошли люди-то в музей? Вы как-то сообщили, что у нас пополнение, приходите? Да, мы периодически меняем экспозицию в зависимости от праздников, которые есть. То есть либо это 9 мая, либо 23 февраля, либо какие-то тематические моменты. Вот. И сегодня, конечно, у нас практически головные уборы всех наших и основной, и локальных экспедиций представлены в музее. Поэтому сегодня в летний период, я думаю, что надо, наверное, посетить в музей в первую очередь. И туристы идут. То есть люди знают, передают из уст в уста и идут. Что, Владимир, да. Тебе в программе «Союз нерушимый» надо просто говорить. Вятско-Полянский музей шляп, с Кавказа. Сразу все поедут, представители, соответственно, посмотреть на свои головные уборы. Ну, да. Мы весной проводили туристическую стратегическую сессию в городе, и у нас вместе с модераторами возникла идея. Мы город ППШ, пистолет, пулемет, Шпагина, и ВПШ, Вятско-Полянские шляпники. ППШ и ВПШ. ППШ и ВПШ. Ну мы же знаем, вы люди-то неугомонные, вы на месте-то долго не будете сидеть. Что у вас в планах, куда дальше, Олег? Планируете заглянуть в какую очередь, точку планеты? Качественно и очень интересно и масштабно провести наше событие лета, фестиваль шляп. После этого мы рассматриваем, конечно, вариант новых экспедиций. Нужны новые экспонаты для того, чтобы интерес не пропадал к нашему музею. И мы сегодня рассматриваем направление Юго-Восточной Азии. То есть Непал, Тунис, Индия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа. Это тот регион, традиционно богатый на головные уборы, на истории, на обычаи. И мы, наверное, туда поедем об этом рассказывать, собирать информацию и привозить новые артефакты для нашего музея. Когда планируете? Мы рассматриваем февраль месяц 2018 года. Там другое полушарие. Да, там вполне тепло и комфортно. Там лето, когда у нас зимой, там лето. На том же автомобиле? Наверное, на самолете. На самолете? Да, какими-то другими способами. Потому устали? Что затруднительно попасть в Индию сегодня на автомобиле из Вятских Полян. Хотя мы этот вариант тоже рассматриваем. В чем проблема-то? А проблема в том, что по пути Пакистан и через территорию Пакистана на нашем автомобиле не очень просто пройти. Есть территории Китая, где нужно брать местные, получать местные права и ставить местные номера на автомобиль. Международные водительские удостоверения там не принимаются? Нет, в Китае только китайские права. Но уже были прецеденты, наши знакомые уже этот маршрут на автомобиле прошли, поэтому ничего не исключено. 6700 километров вы проехали вот в ходе кавказской, да, этой экспедиции. Верно. А сколько уже Toyota намотала? Там, учитывая кругосвет. Порядка 160 тысяч километров. А, ну, в принципе, для такого автомобиля это не так уж и много. Да, я думаю, что она еще долго будет нам служить и вместе с нами путешествовать по разным уголкам планеты. Еще раз приглашаем всех на фестиваль «Карнавал цвета», международный фестиваль головных уборов, который пройдет в Вятских Полянах в следующие выходные 5 и 6 августа. Собственно, мы подробно уже рассказали, что там будет масса известных людей, очень интересная программа. В социальных сетях можно без труда найти, ознакомиться. Да, очень много информации в соцсетях. Да, об этом мероприятии, так что, если есть возможность, добро пожаловать. И не забывайте о том, что позаботьтесь о ночлеге, потому что все гостиницы в Вятских Полянах уже заняты. Спасибо, Олег Уваров. Спасибо. Наш гость. Удачи вам, всего доброго, до встречи. Спасибо, до встречи.